Главный государственный праздник День России отметила наша страна 12 июня. Ровно 25 лет назад Съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. Концерты и народные гуляния прошли по всему Ненецкому округу, а жители и гости Нарьян-Мара собрались на площади Марацей. Надежда Редкова с подробностями. Началось празднование, как и полагается, торжественным исполнением гимна Российской Федерации. Творческим коллективом подпевали все собравшиеся жители и гости города. В пределах нашего государства проживает около 200 различных народов. Со сцены жителей и гостей Нарьян-Мара поздравили представители различных культур многонациональной России. Речи земляков звучали на ненецком, коми, татарском, украинском и азербайджанском языках. Стали севером дружить. С Украины и Байкала, Приамурья и Урала, едут люди, чтобы тундру разбудить. Наша страна славится своими гражданами, достойными, ответственными, настоящими патриотами. Во время торжества заслуженные награды получили наши земляки. Памятным знаком «Патриот России» награжден Окружной совет ветеранов войны и труда, медалями «Ветеран боевых действий» Тимофей Салуянов и почетный гражданин города Тихон Сидейский. Я поздравляю всех нарьян-марцев с праздником большим. Это наш общий праздник и для ветеранов, и для стариков. В торжественной обстановке вручили самые важные документы – паспорта двум школьникам Ненецкого округа. Для пришедших на площадь выступили артисты и землячество. Была организована торговля для детей, площадки боди-арт и конкурс рисунков на асфальте. Мне рисуют флаг России. Всенародный праздник с размахом отметили во всех российских городах. В Южно-Сахалинске около 1000 человек в честь праздника совершили восхождение на гору Российскую. А жители Петропавловска-Камчатского провели патриотический велопробег. Во Владивостоке в честь праздника спортивный комитет Тихоокеанского флота провел марафонский 13-километровый заплыв через Амурский залив. Состязание осложнялось тем, что Владивостоку в праздник не повезло с погодой. Над заливом был сильный ветер и туман, а затем пошел дождь. Не повезло с погодой и нарьян-марцам. Тем не менее, несмотря на капризы погоды, праздник удался. Сила, говорят горожане, в единении. Надежда Литкова, Антон Водряков, телеканал «Север».